Архангел и Люцифер спустились на землю. Был сигнал, и явился ангел гнева. Израил, его нужно выявить и поймать, иначе через месяц настанет судный день. Ёшки-матрёшки. Макс, надо что-то делать. Возьму тебя под свое крыло. Я стану твоим тренером. Ты готов? Тебя готов? Мы просто будем так стоять и смотреть. Ну, пойдем. Пошли. Постоим, да? Постоим. Постоим. Значит, стадия первая. Находим по списку всех тех, с кем были заключены договора, и проверяем их. Стадия вторая, если это Израил, просто нейтрализуем его. Пойдем и замочим этого ангела гнева. Два дружка маньяка продолжают гулять по городу и выискивать новую жертву. Вот эта женщина их начальник. А вот это, короче, представитель рая. А вот это милейшая бизнес-леди Люцифер. По телефону на связи со штабом Ломоносов, в универе которого я учусь, полный трэш. Дорогая, я ушел спасать мир. Ну что, если вы не найдете этого ангела гнева, все погибнет? Если бы это был какой-нибудь Человек-паук, вот он бы наверняка наложил. Но за дело взялся Максимус Прайм. Паутина?